Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «В мире ставок 24». Сегодня насыщенный день у нас в КХЛ. И я, друзья, даю прогнозы на те матчи, на которые ставлю сам. И первый матч я выбрал «Автомобилист» «Динамо Москва». Я считаю, что в этом матче индивидуально тотал «Динамо Москва» 2,5 больше. И если считаешь так же, поставь лайк и подпишись на канал.